Всем привет! Сегодня я решил помочь Престону захватить замок Минутменов. К сожалению, брони силовой я с собой не прихватил по причине того, что в ней села батарея. Поэтому будем сегодня обходиться тем, что вот мы сняли в прошлой серии с разведчика. Похоже, все это, конечно, на бутафоре, но не знаю. Посмотрим, как это получится. Итак, погнали. Че все такие молчаливые? Ух ты! Тут добро. Так. Чувак, мне там еще есть два задания тебе сдать, которые когда-то выполнил. Так, что там у нас? Окей, давай дальше. Окей, ты хочешь вернуть? Стену. Какая помойка. Зачем нам нужен? Радиовышка. Да, стены, конечно, вообще супер древние. А, да, кстати, я побрился. Побрился и сделаю причесочку. Под ноль. А, все это делается в убежище. Вот 081 у парикмахера Горацио. Какой ты шустрый и дерзкий. Интересно, ударим с двух сторон, мне нужно время, ударим в лоб. Давайте с двух сторон. Так. Нет, план не новый, а... Ну ладно, видимо, я потом смогу ему сдать задание. Оу! Итак, пошли, пока нам человек-сосед дает возможность. Кто меня обнаружил? Вы что ли, уважаемые граждане? Давайте посмотрим. Черт. Здесь у нас прицел с ночным видением, поэтому... Так, там кто-то ползает. Кто-то большой. Ну что ж, погнали. Потихонечку, по чуть-чуть. Болотники гуляют по стенам. Так, один из них вот как раз выбрался. Так, туловище. Потом вот в голову фигушки сюда поцелишься. Граната! Извини, братан. Ты просто попал под шальную пулю. Получи. Получи, говорю. Держи гранатку. Что ж, ну подумаешь, одного убило. На войне всегда есть потери. Тем более болотники. Детеныш болотника. Сам болотник. Порток сзади. Отлично. Так, ребятишки, что тут у нас? Одна потеря получается. И то я виноват. Гранатку бросил. Воу-воу. Что я слышу?
детеныши вылупляются. Это не есть хорошо, надо всех перестрелять. Отлично. Оу. Такой маленький, из этой хрени тяжело попасть в него. Надо обычный пистолет взять. О. Вот так. Отлично. Так. Подозреваю, что они все хотят вылупиться, поэтому лучше их, наверное, заранее перестрелять. Оу. Мне кто-то грызет ногу. Активно. Уходи. Кто же бегает прям перед прицелом? Так. О. Считай, гораздо меньше будет. Гранатка. По-моему, яйца вообще не задело. Чувак, ща поможем. Что ж ты яйца-то не расстреливаешь? Граната пошла. Яйца вообще пофиг. Взорвалась граната, им хоть дыхнул. Крутые яйца. Так, отлично, вроде все яйца зачистили. Какой-то замок странный. Многословно, конечно, сказано. А мы на чем сосредоточились? Разве не всех перебили? А, еще яйца. Ясно. Какая отдача мощная. Так. Не знаю, что, но что-то будет сейчас. Поднимется не есть хорошо. Так. Ага. Пока что обычные жучки. Так. Что за шум? Такой вопль мощный. А я без особо хорошей брони. Силовую хоть я не взял. Ё-моё! Охереть! Ну теперь на гранатки. Кинемся по ноге, чтобы преследователь взорвался на ней. Есть, замысел получился. Еще. Ауч! Еще и гранатой. Так, поскольку я знаю, кто сейчас к нам придет, поэтому набрасывай. Эй, ты со мной пойдешь? Нет? Пошли ко мне. Пойдем ко мне. Я для кого-то мины ложу. Надо брать что-то помощнее. Эта штука ее не берет вообще. Ого. Вот так вот. Наглый подошел. Получи. Получи, гадку. На тебе. Ай-яй-яй, сейчас завалит. Нет. Мелкие клапы. Точно. Меч.
Держи. А, блин. Срочно закинуться, закинуться чем-нибудь. Так, помощь. А, для начала, наверное, закинемся наркотой. Так, ядер кола. Завтрак. Поехали. Получи. Опа. Умри, несчастная. Болотник. Держи мину. Отлично. Армия подорвался. Опять у нас мало жизней. Срочно винт. Так, что мы еще должны собирать? Тут такое. Уйти. Бежим, бежим. Даешь мину. В студию. Умри. Что-то на жопе сидишь. Кто будет нам помогать? Мерзкие ручки. Где она? Тоже держи, держи. Клянью. Есть! Фух. Мы это сделали. Нужно срочно опять закинуться чем-нибудь. Чем-то очень желательно хорошим. Теперь один взрывем. Еще не конец боя. Еще не конец. А, это мои же мины. Кто еще остался? Кто-то у нас еще остался, ползет вон. О, эх, промахнулся. А нет, попал. Я думал, промахнулся. Фух. Битва была напряженной. Так, где наши мины, которые мы разбросали? Так, на всякий случай сохранимся, попробуем их забрать. Так, вот она в траве. Забрали. Еще вот тут, да. Забрали. Чувак, у нас уже все, ему уже не поможешь. Правда, я могу съесть, что очень радует. Жизнь-то надо как-то восстанавливать. Кстати, где-то еще же трубы валялся. Престону это не понравилось. Ой! Хочет меня прибить. Престон, да ладно тебе, чё ты? Успокойся. Ну, блин. Зашибись. Он все... Ладно, их потом съем, когда все отвернутся. О, только что здесь был болотник. Тут же исчез. Ладно, надо пойти, кстати, главного босса обшмонать, если он еще не пропал. Там наверняка у него что-то должно было быть внутри интересное. Патроны. Прочная металлическая броня. Что тут у меня? Что-то я какой-то слишком довольный. Давайте посмотрим, что за броня. Так.
прочная металлическая броня для правой руки. Ой, правой ноги. Я подумаю над этим. О, ее тоже заварило. Бедолага. Ну, ничего не поделаешь. Дерьмо случается. Так, что тут у нас? Радиопередатчик. Подать ток сначала надо. Туалеты и пули. Еха! Что это такое? О, господи. Короче, он хочет, чтобы я сделал электричество. Это что такое? Огнемет. Хламомет, огнемет. Что еще надают ненужного? Я столько вещей не смогу притаскивать в себе. Хотя, наверное, винтовку снайперскую выкину. Херня полнейшая. Воу! Нельзя так делать. Установку. У меня есть зато толстяк, но правда вот мини-зарядов мало. Опа. Рыба. Так, что тут еще интересно у нас есть? Дверца бюро. Вискарь. Охранитель. Сигары. Топливо для огнемета. Отлично. Надо сначала все осмотреть. О! Торговый автомат. Лоток. Шконка. Пусто. А там что, дверь открывается? Ага. Кто-то вырвался. Опаньки. Лодка. Холодильник, вино. Слишком много вещей. Да ладно. Сегодня нас с бабами. Всему свое время, дорогие друзья. Просто банки. О, что-то меня штырит не по-детски. Что такое? Зависимость от винта. Катакрысная болезнь, запеченный дутень. Жареный радолинг. Угрозы. Вот наша первая зависимость. В таком случае можно, наверное, и вискарем накидаться. Водяру. Все накидаем сейчас. Кукурузу сожрем. Кекс из болотника. Мясо. Сейчас мы закинемся всем. У нас еще тут есть такое эдакое. О, тихо. Шинжованные яйца сожрем. Тиранин. Ничего себе. Персонаж явно упоролся весь. Оу.
Интересно, внешне это как-то проявляется? Не, внешне спокойно. Так, что мы такого набрали? Опять что еле ходим. Туман. О, господи. Эй, Престон, иди сюда. Да-да-да, иди сюда. Или выбросить что-нибудь, подделать. Так, 5 шконочек, 1 человек уже есть, энергии, защиты нет. Смотрим, я хоть вообще генератор-то смогу поставить. О, могу. Круто. Что? Десятка нужна? Ничего себе. Офигеть. Большой есть только построить. Я его еще пока не умею. Сталь кончилась. Супер. Надо будет что-то разобрать. Так, Престон, иди сюда. Эй! Эй! Да я в курсе, блин. Мне бы разгрузиться, сбегать за ресурсами. Так, давайте попробуем что-нибудь выбросить, может быть. Это мы не разберем. Из разного. Во! Может здесь еще немножечко что-то. Кислота, удобрения, модификация. Давайте попробуем разобрать. Медь, стекло получили. Не густо. О, оружие интересное могу выбросить. Которое нафиг не нужно. Так. О, боевой карабин, например. Наверняка я смогу его разобрать. Ну, что-нибудь интересное. Огнемет даже не знаю. Не сильно-то он мне нужен. Как пусковая установка. Ну-ка. Да, есть сталь. Ой, сразу похудели. Нет, не туда. Генератор. Так, итого у нас 9. Вот, даже с запасом будет. Ну-ка. Раз. Два. Или он не провелся? А, ясно. Так, давайте соединитель и переключатель сделаем. Лэп такую маленькую, да. Вот. Получится, что мы... Вот так вот. Этот сюда. Этот отсюда. Сюда. Так, вот этот кабель нам... А, сюда. Вот. И последний. Есть. Готово. Seems to be in working order. Итак. Ну что, поболтаем? Так,
получили 20 уровень. Погоди. Ну что ж, хотя ладно. Так, друзья. Вот так вот мы захватили этот форт. Возможно, мы будем его обустраивать, чтобы он был покрепче. Наверняка здесь гораздо интереснее будет жить. Хотя вот эти дырки в стенах, ну, все равно получше, чем в том городке. Их можно, в принципе, реально закрыть забором, да поставить турели боевые. Итак, ну, в общем, на сегодня это все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Пока-пока.